Всем хаикс, с вами DarkX, и сегодня долгожданный ролик, который точно ждали многие из вас, а это итоги розыгрыша топового аккаунта с алмазками и душами. Аккаунт Mortal Kombat Mobile очень классный, и я уверен, что если вы сейчас смотрите этот ролик, то вы точно приняли участие в розыгрыше и надеетесь сегодня услышать свой ник в победителях и забрать этот аккаунт. Ну, это уже как повезет, удача и прочая фигня. Короче, подводим, значит, мы с вами итоги. Очень хорошо вы проявили свою активность. 1070 просмотров на ролике с розыгрышем, 171 лайк, 12 дизов. Кстати, так как в условиях, в обязательных для участия, было поставить лайк, то есть если поставил дис, все, ты уже не участвуешь в розыгрыше аккаунта, и ты его точно не получишь. То есть 12 придурков отказались от аккаунта, и 12 придурков, короче, все. 135 комментариев, 171 лайк, 1000 просмотров за 5 дней, в принципе, нормально, вы молодцы, все четко. Более 100 человек по-любому точно участвуют, я понял. Ну, короче, копируем ссылку, значит. Копируем ссылку, переходим на сайт, и он случайным образом, то есть компьютерный сайт, компьютерная программа, короче, бот, не я, а просто рандом выбирает победителя. Никакого обмана, все честно. Переходим в Chrome. Я уже здесь открыл вот этот прекрасный сайт, который всегда точно и честно определяет победителя. Вставляем ссылочку. Вот нашелся ролик. 1070 просмотров, 135 комментариев. В настройках у нас что у нас стоит? Выбирать из авторов комментариев. То есть, если выбирать из авторов и даже уравниваются шансы, например, один человек написал один комментарий под роликом, а другой написал 20 комментариев, шансы на победу у них одинаковые, потому что выбирает по авторам комментариев. То есть все равно надо считать, что два участника, а не один участник и еще 20. Я думаю, принцип поняли, максимально честно, максимально прозрачно и максимально рандомно. А теперь я вам всем желаю удачи и нажимаю кнопочку, которая будет определять победителя. Идет подсчет. И это у нас босс Огурчик. С комментарием «Как дела?». Теперь, значит, надо перейти, найти его коммент и... То есть посмотреть, оставил ли он коммент с своим инстаграмом. Если он не оставил коммент со своим инстаграмом, тогда я не смогу с ним связаться, и то есть он не получит приз. Короче, листаем быстренько 135 комментариев. Надо найти комментарий от этого человека. Если он оставил имя пользователя своего инстаграма, то я смогу с ним связаться. Если нет, то мы сейчас будем перевыбирать победителя. Смотрим, что он, значит, оставил. Вы этот канал, один комментарий. Он просто написал «Как дела?», и он не написал имя пользователя. То есть «До свидания». Условие не выполнил, все. Мог забрать аккаунт? Нет, не заберет он аккаунт. Перевыбираем. Вот. Победитель Костя Зотов. У него, значит, подписочка оформлена на мой канал. С комментарием «Надеюсь на победу, инстаграм Костя Зотов 7, это основа», там есть другие аки с похожим названием, но они не участвуют в розыгрыше. Короче, инстаграм у этого человека, вот, значит, Костя Зотов 7, копируем. Теперь переходим в инстаграм самого мощного человека, то есть мой. И в разделе «Подписчики» вбиваем вот это имя пользователя, победителя. То есть проверяем его подписочку.
огромнейшее спасибо вам всем, всем, кто принял участие в розыгрыше. А если вы не победили или не выполнили какое-то условие, то не расстраивайтесь, повезет еще когда-то точно. По-любому, и я планирую проводить розыгрыши, если ничего не изменится в худшую сторону. Ну а с вами был DarkX. Увидимся в следующем ролике. Всем пока!